it's Woozy. I've got some information for you. Hey, Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. In Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut out by helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. Всем привет, дорогие друзья, с вами Stargame, и мы продолжаем проходить игру GTA San Andreas. Ну что ж, сегодня мы должны убить последнего члена синдиката Лоуку, главу этого синдиката Майка Торрена. Как вы помните, он в прошлой миссии был на вертолете, и когда он прилетел на сделку на причал, то увидел трупы людей Тибоуна на крыше и сразу же от испуга улетел. Но все же нам в прошлой миссии удалось убить Тибоуна и Райдера, поэтому не так уж все и плохо. Сегодня Торрена тоже будет на вертолете. Как нам сказал Вуди с телефонного звонка, он все еще в Сан-Фьерро, около полицейского участка, забирает какой-то груз. И нам надо успеть его убить, прежде чем он улетит от нас. И как только я это сказал, он сразу же начал от нас улетать, как только мы приблизились к взлетной полосе. И да, что я заметил, охрана у Майка Торрена такая же, как и у Мэд Дога, знаменитого рэпера штата. Ну да, конечно, это не столь важно, но все равно, кое-какое-то замечание. Так, ну что ж, как вы видите, Майк Торрена от нас улетает, и нам сейчас главное добраться до трассы и сбить вертолет. Ну, нам самое главное заехать на трассу, отъехать на такое расстояние, где будет видно в прицеле базуки вертолет и выстрелить. Думаю, одного заряда должно хватить, хотя с первого раза я не попаду. Ну, я не знаю, может кто-то и попадал, но я лично не попаду. У нас есть одна звезда полиции, но она скоро спадет, я думаю, поэтому все хорошо довольно-таки. Так, ну что ж, обгоняем вертолет. Где-то вот здесь уже можно останавливаться. Ну, давайте вот здесь остановимся и будем ждать вертолет, пока он прилетит. Сейчас я скипну 20 секунд ожидания. Просто вот так вот. И все. Вот он, вертолет уже виднеется. И готовьтесь, так скажем, стрелять в него. Миссия довольно-таки короткая, но сложненькая. Надо все, так скажем, делать с подходом. Все сразу же рассчитывать. И я только выстрелил один раз из базуки, точнее из ракетницы, хотя никакой разницы. Сразу же привлек полицию, и она в меня стреляет. Но главное на нее не обращать внимания. Все равно сейчас все звезды полиции исчезнут, когда мы Майка Торрена уничтожим. И все. Синдикат Лоуку больше не существует. Всем спасибо за просмотр. С вами был Stargame. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем удачи и пока.